Сегодня в специализированном межрайонном суде вынесли приговор в отношении 44-летнего Ергазы Нуржаова, обвиняемого в убийстве своей супруги. Следуя материалам уголовного дела, мужчина буквально вонзил серп своей жене прямо в сердце. Страшный инцидент произошел в селе Аксукен Сайрамского района 1 августа около 6 часов вечера. По информации знакомых подсудимого, мужчина частенько злоупотреблял спиртным и нигде не работал. В тот роковой день он также явился домой под вечер в алкогольном опьянении и начал выяснять отношения со своей супругой, вследствие чего скандал обернулся трагедией. Председательствующий по делу об убийстве судья Даурен Мадалиев признал виновным Ергазы Нуржаова и назначил ему наказание в виде 12 лет в колонии строгого режима. Вынес решение Нуржаова Ергазы, уроженца Южно-Казахстанской области, проживающего по адресу село Аксукенту, дом номер 101, признать виновным по статье 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан убийство и назначить ему наказание в виде 12 лет в колонии строгого режима.